Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 21 по 28 сентября. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Называется оно «Автоспорт – это сила». Ну а все, что от вас потребуется, это просто найти или начать гонку и завершить ее. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Высокая скорость обязательно». Как написано в описании, вам необходимо пройти 3 скоростных участка. Вначале я прошел один и тот же участок 3 раза. После я попробовал пройти еще 3 скоростных участка. Ну а после я взял самую скоростную машину и прошел 3 разных участка на 3 звезды. Но почему-то испытание у меня до сих пор не зачтено. Поэтому давайте разберемся в комментариях, у кого это получилось сделать. За следующее испытание можно получить 50 тысяч кредитов, а называется оно Гран Турист. Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории Supercar GT. Ну а все, что от вас потребуется, это просто начать чемпионат и завершить его. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно «Жаркое внутреннее сгорание». Для его выполнения вам понадобится автомобиль класса C. Но все, что от вас потребуется, это просто начать гонку и завершить ее на машине этого класса. Но главный приз за этот форзафон – это Chevrolet Cheville Super Sport с бонусом на технике. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 28 сентября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!